Татьяна, очень рада вас видеть вновь в Шымкенте. В этом Спасибо. Году уже, получается, второй раз вы у нас. И вот, когда вы узнали, что вы едете в Шымкент, были какие-то особые чувства? Вы знаете, город очень понравился за прошлый наш приезд в мае месяце. И особенно то, что мы прошли в числе людей 8 мая Бессмертного полка. Да. И это мероприятие очень нам запомнилось, особенно мне. И я очень долго рассказывала и дома, и друзьям своим о поездке в Шымкент, и рассказывала, какой красивый город, интересный. И когда сказали, что мы снова едем в Шымкент, я сказала, что да, прекрасно, я снова увижу своих друзей, и уже тех людей, с которыми появились какие-то отношения, именно дружеские. И хочется сюда приехать не на один день, хочется приехать сюда на несколько дней, чтобы погулять, посмотреть. Ну, наверное, придется как-то приехать сюда уже в качестве туриста. Да, только хотела сказать, может, просто в отпуск к нам. Да, 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 спасибо. Мы же играем пьесу, и это все-таки драматический театр. Мы совершенно и не сравнивали с фильмом, с телеспектаклем. Это разные жанры, разная вообще история. Мы не проводили такой параллели между нашим спектаклем и телеспектаклем телевизионным, который снял Бас. А к вашей героине как относитесь? Вообще, как к своим героиням относитесь? Я по-разному отношусь к своим героиням, но в основном я всех, конечно же, люблю, даже если бывают отрицательные героини. Я не играю те роли, которые мне не нравятся, которые я не люблю. Олуэн – это такой достаточно сложный психотип. И девушка очень чувственная, но это ее трогательность и чувственность, она у нее заложена очень глубоко внутри. И внешне такой человек очень живущий в панцире, такой непробиваемый. А на самом деле внутри очень ранимый, очень нежный, как, собственно, очень многие женщины. А вы какая женщина? Ну, я совсем, как человек, я совсем другой. Разные тоже бывают. У меня новые проекты театральные, тоже антрепризные. И вот сейчас в процессе съемок фильм для Первого тоже канала, сериал 16 серий. Такая история, начинающаяся в годы Великой Отечественной войны, заканчивающаяся в наши дни. Моя вот героиня, чем мне очень нравится, как раз съемки проходят в блокадном Ленинграде, время, которое снимается. Это все-таки мой любимый город, и мне очень приятно и очень интересно. Это такая была одна из моих, может быть, таких мечт, желаний сыграть что-нибудь о блокадном Ленинграде. Не расскажете, о чем фильм? Нет, я никогда не рассказываю, что и о чем. Это надо смотреть, это надо будет, когда это... Потому что мы же пока еще снимаем, пока этот фильм закончится, пока его смонтируют, пока, я думаю, что, ну, может быть, через год зрители его увидят. А скажите, пожалуйста, сколько живут вот такие спектакли, которые вы сегодня привезли? Спектакли живут по-разному. Многие живут очень много лет. Допустим, этот спектакль «Не будет спящую собаку» мы играем уже 8 лет. Ого. Состав меняется или вот у нас есть состав парный, да, на некоторые роли, но в основном вот последние годы ездит один и тот же состав, который вот вы сегодня видели. С кем вам этим составом легко работать? Вы знаете, мы со всеми партнерами, которые участвуют в этом спектакле, дружим, и взаимоотношения у нас прекрасные, и слава Богу, потому что для антреприза это очень важно. И с некоторыми из партнеров мы работаем не только в этом спектакле, но и в других. Что бы вы еще хотели нам показать? Вот что бы вы вообще хотели показать? Что вы знаете, есть? Хотелось бы, чтобы, наверное, увидели какие-то новые премьерные спектакли, чтобы премьера спектакля состоялась в Шымкенте. Здорово. Это возможно вообще? Конечно, вот возможно. Такие вещи? Конечно, возможно. А разве спектакль не обкатывается вот как-то у себя дома? Почему? Ну а почему нельзя это сделать сразу же в Шымкенте? Страшно, нет? Да ну почему? Какая разница, это где? Это же так интересно, когда к тебе на гастроли приезжает спектакль, и они говорят, что это премьера спектакля. Это же
для города. Представляете, как интересно, что да. Это же целое событие, что спектакль нигде не игрался и впервые будет играться у вас. Почему нет? У меня нет таких ролей, о которых бы я мечтала. Я вообще считаю, что мечтать о чем-то, особенно что касается работы, довольно бессмысленно, потому что если это не сбудется, то неизбежно разочарование. А чтобы себя не разочаровывать, не надо мечтать. На самом деле работа – это такая вещь подвижная и двигающая. И тебя, и твой рост, да, твою жизнь. Поэтому я никогда ни о чем не мечтаю, ничего не жду, я беру и делаю сам. Ух ты, здорово. Татьяна, ваши пожелания? Я желаю нам чудесным вам, чимкенцам. Я желаю всем чимкенцам, знаете, хорошего, наверное, настроение. Это самое главное для человека. Если у человека плохое настроение, у него и здоровье тоже не очень. И это очень взаимосвязано. Люди говорят, что нет, наоборот, потому что здоровье не очень, вот поэтому и настроение не очень. Нет. Запомните, что если человек просыпается каждый день и улыбается, значит, человеку хорошо. А вы как просыпаетесь по утрам? Ой, вы знаете, я вообще человек достаточно оптимистичный и вообще считаю, что нет нерешаемых вопросов. Есть просто люди ленивые, которые не хотят их решать, а есть люди, которые могут своим желанием и своими усилиями открыть любую дверь. Ну что ж, вам спасибо. Спасибо большое. Я у вас много времени отнимать не буду. Спасибо вам, всего вам доброго.